Как теперь не веселиться и грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи мили знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвенит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит с рук. У него свои заботы, начинается урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, но кларнет или труба. Музыку не любят, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эту песню заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Еще раз.